В декабре 1869 года Базель уже представлял план работ к салону 1870 года. Он писал своему отцу: «Я начал работать над тремя картинами – интерьером моей мастерской, портретом Блау и обнаженной женщиной для салона. Это займет у меня всю зиму». Вскоре после 10 января он писал матери, что начал работать над туалетом. На картине будут изображены три женщины, одна из которых полностью обнажена. Я нашел превосходную модель, которая обойдется мне в 10 франков в день, плюс плата за проезд ее и сопровождающей ее матери. Работа над картиной проходила в мастерской, изображенной на холсте мастерская на улице Ла-Кондамин. На стене мастерской можно заметить набросок туалета, только с двумя фигурами. Третью фигуру женщины, стоящей справа, Базель добавил позже, выбрав в качестве модели подругу Ренуара Лизу Трео. Чернокожая служанка слева, возможно, была скопирована с полотна обручения святой Екатерины Паоло Веронезе. По письмам художника видно, что Базель старался понравиться жюри салона, апеллируя к теме ориентализм. Это позволило ему изобразить обнаженную натуру и сложный декор, сочетающий плоть, мех, шелк, атлас. Но, как ни странно, картина «Туалет» была отвергнута салоном, в отличие от его более современных купальщиков. Данная работа лишний раз подчеркивает, насколько Базель был готов адаптировать собственную картину к предпочтениям жюри салона. Он сознательно решил изобразить сцену прямо из востоковедных галерей Лувра, прекрасно зная о том, что один из решающих голосов жюри будет отдан знаменитому художнику-романтику Жану Леону Жерому, который в те времена был еще и председателем жюри. По словам историка искусства Гэри Тинтероу, это была отличная стратегия, потому как она позволяла художнику рисовать полностью обнаженную натуру, изображать сложнейшие декоры и богатейшие ткани, демонстрировать всем свою способность отлично передавать человеческую плоть, мех, шелк и атлас. Кстати, подобная стратегия прекрасно сработала для все того же Ренуара, чье потрясающее произведение «Реалистичная одолиска» было принято жюри. По иронии судьбы, жюри отклонило творение за туалетом, зато оно без проблем приняло другую работу Базеля – «Купальщики», летняя сцена. Решение, похоже, было неудивительно сложным и политическим, но для самого Базеля так и осталось очень разочаровывающей загадкой. Без сомнения, Базель хотел изобразить интерьер гарема или же, по крайней мере, чувственный подтекст подобной обстановки. Включив в картину чернокожую служанку, он, скорее всего, отослал нас к Олимпии, кисти Эдуарда Мане, иконоборческому подходу мотиву одолиски. Со слов историка искусства Джоан Дель Плато, в период между 1868 и 1870 годами было создано великое множество картин, изображающих на себе мотивы гарема.